Здесь действуют суровые законы, Паша. Более суровые, чем в любой банде. А я думал, что работаю в прокуратуре. Вот именно! Ты работаешь в прокуратуре. Это место, где определяется цена преступления. Понимаешь, Паша, цена. И преступник – это товар, который ты можешь продать, либо сгноить на складе. Чем больше ты их ловишь, тем больше у тебя товара, тем больше возможностей для торговли. Пользуйся этим, пожалуйста, лови. Иди, пересажай хоть весь город. Но если тебе сказали, вот этого человека трогать не надо, его не трожь.